В Киеве полиция задержала почти 60 человек, которые пытались помешать проведению гей-парада. Они вышли утром на центральной улице и перекрыли дорогу участникам так называемого марша равенства. В полиции сообщают, что освободить путь мирно противники шествия отказались. Некоторые даже применили газовые баллончики, от которых пострадали 5 полицейских. Затем начались массовые потасовки и задержания.